Приветствую вас на канале «Правильный выбор». В этом видео я расскажу вам о лучших электрических каминах в 2022 году. Какие же модели пользуются наибольшей популярностью среди пользователей и действительно заслуживают высоких оценок? Это и предстоит выяснить. Как всегда, в описании вы найдете ссылки на все камины, представленные в нашем рейтинге, перейдя по которым вы сможете узнать актуальные цены и технические характеристики. Готовы? Погнали! Наш рейтинг я хочу начать с моделей Electrolux EFP-P2520LS. Этот электрический камин выполнен в классическом стиле с плоским экраном. Он предназначен для встраивания в нишу или портал. Декоративное наполнение состоит из муляжа дров, которые окрашены вручную и передают текстуру натурального дерева. Стоит отметить, что даже при выключенном камине дрова смотрятся все так же реалистично. Здесь предусмотрена технология визуализации пламени Real Fire Perfect. Пламя создается за счет подсветки вращающегося барабана с насечками. А технология LED обеспечивает потребление электроэнергии всего 0,006 киловатт. Так что на израсходование 1 киловатта понадобится неделя непрерывной работы устройства. Что же касается функционала, то эта модель также включает в себя обогреватель со ступенями мощности 1,2 кВт. Функция обогрева может включаться отдельно от визуализации пламени. Также имеется звуковое сопровождение потрескивания дров с двумя режимами громкости, что обеспечивает большую атмосферность. А еще доступно целых 5 режимов регулировки яркости пламени. В своих отзывах пользователи зачастую хвалят внешний вид камина, качественный звуковой эффект потрескивания дров, встроенный термостат, эффективность обогрева и регулировку яркости и громкости. Про какие-то серьезные недостатки говорить не приходится. Хотите быть в курсе разных технических новинок? Тогда подписывайтесь на канал «Правильный выбор» и не забывайте кликать по колокольчику, чтобы не пропускать выход наших новых видео. Следующий электрический камин, о котором я хочу вам рассказать, называется Real Flame Phobos Lux BRS. Эта модель предназначена для встраивания в стандартные обрамления. В качестве муляжа используются сгоревшие дрова. Нагреватель с поддувом, который спрятан в козырьке устройства, обеспечивает обогрев в холодную погоду. Также есть специальный переключатель, который позволяет активировать полную или половинную мощность. Стоит отметить, что в режиме визуализации пламени потребление электроэнергии достигает 80 Вт. Технология имитации пламени применяет 2D-эффект. В данной модели не предусмотрена регулировка высоты и яркости пламени, зато присутствует звуковой эффект горения огня и потрескивания дров в очаге. Также не забуду упомянуть защиту от перегрева и мощность обогрева в 1,5 кВт. В своих отзывах пользователи обычно в позитивном ключе пишут про дизайн, эффектность, эффективность обогрева и приятный звук потрескивания дров. Что же касается минусов, то здесь ничего определенного сказать нельзя. А что вы думаете об этой модели? Не стесняйтесь делиться своим мнением в комментариях. Далее в нашем топе идет модель Electrolux EFP-W1200URLSR, мощность которой составляет 2 кВт. Этот электрический камин получил панорамный экран красного цвета и предназначен для монтажа на стену. В комплекте с ним идет декоративное наполнение в виде муляжа дров или декоративных белых камней. Одной из основных особенностей этого устройства является действительно очень тонкая глубина корпуса, которая составляет всего 13,5 сантиметров. Лицевая панель изготовлена из безопасного закаленного ударопрочного стекла толщиной 6 мм. Далее я хочу отметить технологию визуализации пламени Real Fire Perfect. Пламя создается за счет подсветки вращающегося барабана с насечками. Главной особенностью этой технологии является то, что с ее помощью удается добиться максимально реалистичной картинки огня. Сюда же стоит добавить простую установку и эксплуатацию. За счет применения LED-технологии потребление электроэнергии в режиме визуализации огня составляет всего 0,006 киловатт. Так что для потребления 1 киловатта потребуется 7 дней непрерывной работы устройства. Что же касается функциональных особенностей, то я хочу выделить встроенный обогреватель со ступенями мощности 1,2 кВт.
При этом функция обогрева доступна отдельно от режима визуализации пламени, а звуковой режим потрескивания дров Real Sound эффектно дополняет визуализацию огня. Звук тоже можно включать отдельно, а еще он имеет 4 режима громкости. В положительных отзывах владельцы зачастую пишут про удобное управление с пульта, дизайн, эффективный обогрев, звуковое сопровождение и компактный размер. В минусы владельцы иногда записывают непонятное периодическое потрескивание. Интересует стоимость этого камина? Тогда загляните в описание, где мы оставили ссылки на толковые магазины с самыми приятными расценками. Следующий участник нашего рейтинга – модель Real Flame Sapphire 42. Этот электрический камин как нельзя лучше подходит для создания атмосферы уюта и тепла в доме. В нем применена проекционная технология имитации пламени. Есть регулировка яркости огня. Также можно выбирать из 6 доступных вариантов цвета пламени и 10 вариантов подсветки кристаллов. Мощность обогрева можно регулировать в двух уровнях – 750 Вт и 1,5 кВт. Устройство оснащено светодиодными лампами и имеет таймер отключения, что весьма удобно. К этому стоит добавить эргономичный пульт дистанционного управления, защиту от перегрева и реалистичный звуковой эффект горения пламени и потрескивания дров в очаге. В своих отзывах пользователи обычно в позитивном ключе пишут про доступные варианты цвета пламени, экономичный обогрев, внешний вид, качество сборки, большой размер, звук и функционал. Про какие-то серьезные недостатки говорить не приходится. Узнать стоимость каждого камина, представленного в нашем топе, можно, перейдя по ссылкам, которые мы оставили в описании. Финальную тройку нашего топа открывает модель Electrolux Sphere Plus EFP P3320RLS, максимальная мощность которой составляет 2 кВт. Этот электрический камин выполнен в классическом стиле с панорамным полукруглым экраном. Он предназначен для встраивания в нишу или портал. Что же касается декоративного наполнения, то оно состоит из муляжа дров, которые окрашены вручную, дабы лучше передать текстуру действительно натурального дерева. Реалистичный эффект тления дров создается за счет их подсветки. Как и в предыдущих каминах Electrolux, о которых я уже рассказал, в этой модели реализована технология Real Fire Perfect. Здесь пламя создается при помощи подсветки вращающегося барабана с насечками, что в результате обеспечивает более реалистичную картинку огня. Также в этом устройстве применяется технология LED, благодаря чему расход электроэнергии составляет всего 0,006 кВт. Никуда не делся и встроенный обогреватель, который может работать в двух режимах мощности – 1 или 2 кВт. Причем функцию обогрева можно активировать отдельно от режима визуализации огня. Также не забуду упомянуть звуковой режим потрескивания дров Real Sound, дополняющий визуализацию пламени и обеспечивающий более реалистичную атмосферу настоящего костра. Звуковое сопровождение получило 2 режима громкости и тоже может активироваться отдельно. Также стоит отметить функцию регулировки яркости огня с 5 режимами, а для большего удобства предусмотрен эргономичный пульт дистанционного управления. В своих отзывах пользователи не стесняются хвалить этот камин за внешний вид, реалистичное изображение и звучание огня, комфортный размер, удобный пульт, длинный кабель, тихую работу и качество исполнения. Про какие-то серьезные минусы сказать нечего. Предпоследний электрический камин, о котором я хочу вам рассказать, носит название Royal Flame Majestic FX Black. Максимальная мощность этой модели составляет 1,8 кВт. Она выполнена в достаточно строгом классическом дизайне и может встраиваться в подходящий по размеру портал или, например, в нишу из гипсокартона, камня или любого другого материала. Такого интересного стиля исполнения удалось добиться за счет новой детали в панели самой топки – декоративного защитного экрана. Он смотрится весьма эффектно и является, по сути, главным украшением этого камина. Его корпус черного цвета придает строгости и приближает такой образ к традиционному каменному. Стоит отметить наличие встроенного обогревателя, который может работать в двух режимах мощности и отдельно от режима визуализации пламени. А нижняя панель оснащена кованой ручкой, которая тоже служит в качестве своеобразного украшения.
Также предусмотрено звуковое сопровождение пламени и потрескивание дров, что добавляет атмосферу уюта. Для большего удобства в комплекте идет пульт дистанционного управления. Мощность визуализации огня составляет 90 Вт. Обогрев же рассчитан на помещение площадью до 20 квадратных метров. В своих отзывах пользователи обычно в позитивном ключе пишут про внешний вид камина, эффективный обогрев и компактный размер. В минусы иногда записывают слегка шумную работу устройства. А завершает наш топ-7 лучших электрических каминов в 2022 году, по мнению покупателей, модель Garden Way Cambridge. Этот камин действительно напоминает дровяные печи прошлого, что только добавляет ему колорита. При этом не нужно беспокоиться о громоздких каминах, дорогом топливе и грязном пепле настоящей дровяной печи, если вы приобрели себе именно такой вариант. Его достаточно установить в подходящее место и подключить к розетке. Такая модель как нельзя лучше подходит для использования в обычных квартирах, загородных домах, соляриях, офисах, салонах красоты и везде, где требуется тепло и атмосфера уюта. Данный электрический камин оснащен тепловентилятором, который может работать в двух режимах мощности – 950 Вт и 1,85 кВт. Среди прочих особенностей я хочу отметить панорамное остекление с трех сторон, обеспечивающее лучший визуальный осмотр, регулируемый термостат, возможность разместить различные элементы декора на верхней поверхности устройства, удобную панель управления на корпусе камина и управляемые двери для легкого доступа к ней. Также не забуду упомянуть наличие двух лампочек мощностью 40 Вт каждая. Пульт дистанционного управления не предусмотрен. В своих отзывах пользователи обычно пишут про внешний вид и эффективный обогрев. В минусы владельцы иногда записывают пластиковые дверцы, боясь, что они не выдержат длительной эксплуатации. Огромное спасибо за просмотр. Напоминаю, что ссылки на все камины, представленные в нашем рейтинге, вы найдете в описании. Если наш ролик вам понравился, не стесняйтесь ставить лайки. А в комментариях пишите, какая модель приглянулась вам больше остальных. Также не забывайте подписываться на канал и кликать по колокольчику, чтобы моментально узнавать о выходе наших новых видео. Удачи!